Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Эпатажный шоумен Никита Джигурда и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина всегда были одной из самых скандальных пар. В конце 2016 года Марина подала документы на развод, обвинив мужа в пристрастии к наркотикам и увлечении кабалой. По словам Анисиной, она снисходительно относилась к выходкам Джигурды, но терпению пришел конец, когда Никита отправился в Америку за ее счет. Вскоре супруги официально расторгли брак, но поняв, что может больше не увидеть детей, актер принялся вымаливать прощение у Анисиной. Через несколько месяцев та сломалась. О своем примирении они коротко сообщили в блоге «Мы снова вместе», а также признались, что ждут прибавления в семье. Но, к сожалению, у Марины произошел выкидыш. Джигурда пообещал поклонникам, что от вредных привычек избавится. И слово держит. Сейчас пара задумалась о свадьбе. «Мы с Мариной живем на две страны», — говорит стархиту Никита. «Недавно я вернулся из Франции в Россию. Хочу поскорее увидеть любимую и детей. В столице у нас продолжается судебное разбирательство за наследство Людмилы Браташ. Я не смог выиграть последнее дело. Но теперь мы с адвокатами собрали необходимые документы, которые помогут мне вступить в права законного наследника недвижимости покойной. Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу». По словам Джигурды, предложение руки и сердца для Марины станет сюрпризом. Сейчас он выбирает дату. 4 мая отмечаем 10 лет со дня венчания, продолжает Никита. Подарок пока не выбрал, но готовлю книгу в честь Марины. Думаю, всем понравится. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!